Ну что же, привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить Меч и Магию 6. Давайте все-таки допройдем данный храм. Тут еще есть сокровищница. Я надеюсь, мы в нее попадем. Но перед этим нам надо избавиться от этих скелетов. Как-нибудь. Где-нибудь отдохнуть еще. Так, ну давайте попробуем здесь. Ну да. Есть такое дело. И будем потихоньку методично выкашивать всех скелетов, которые нам попадутся. Да, неплохо. Интересно, то они в зале около стены топчутся. Отступаем, чтобы опять же не все скелеты за нами ломанулись вдруг. Сколько у тебя жизни? Так, аккуратненько. Еще маленькую пачку выманиваем. И отступаем. А всего лишь 3 скелета выманилось. Остальные туповаты. Я вот не помню, здесь 50 штук вроде должно быть. Отступаем. Так, мана у нас закончилась благополучно. Скелеты вроде бы тоже заканчиваются. Это было слишком просто. Вот как скелетом стрелы наносят урон. Они же мимо костей должны пролетать. Не причиняя никакого урона. До свидания.
Не уйдешь. Иди сюда. Есть такое дело. Давай. Давай, мой друг. Вот все скелеты. Так, сохранимся? Мало ли что. Ладно, снизу будем подбирать. Поудобнее, я думаю. Нет, там еще кто-то бегает. Вы смотрите. Но я думаю, их меньше намного. Чем то количество, какое мы сейчас перебили. Ну, судя по звуку, да, тоже скелеты. Иди сюда. Ёлки-палки, да их там еще много. Это было слишком просто. Отступаем. Блин, еще такую же толпу надо вырезать. Грубо говоря. Да ладно, опыт и денежки наши. По крайней мере, квест мы уже выполнили. В новом Серпигале. Гонг мы вроде бы достали. Так, все-таки лучше, наверное, отступить. Трин-трин. Давай. Мы еще уровень не схлопотали, как говорится. Да, можем до 12 уже обучиться. Прекрасно. Так, но надо полечиться. Чуть-чуть. А, вот так. Давайте. Ну теперь совсем чуть-чуть осталось. Кто там какие-то... А, наверное, красные. Немножечко отступим. Ха,
Есть такое дело. А, у нее ж маны нет. Да что вы в разных скелетов-то стреляете? Сработало заклинание. Так, получится у нас экзоборот или нет? Лучше отступить, мне кажется. Все, совсем чуть-чуть, друзья, совсем чуть-чуть осталось. По сравнению с целым залом скелетов, это пшик. Да как так? Почему он два раза бил? Ладно, фиг с тобой. Друг мой скелетик. Ты один к нам пошел? Ну и хорошо. Потом можно на острова контрабандистов слетать. У нас хождение по воде магии есть. Мы можем заодно сейчас прокачать. Ну, так как уровень поднимем, можем сейчас прокачаться. И у нас заклинание будет дольше работать. Слушай, там наверху еще кто-то ходит. А, или это раненый скелет от нас убегают? Слушайте, 17 тысяч уже. А у нас было где-то 12 в самом начале. Надо будет по записям посмотреть. Сколько же мы тут набрали? Не сработало. Прекрасно. Я надеюсь, опять скелеты не появятся. Так. Дверь заперта. Факел. Или вот этот факел. Ключ не помогает. Здесь ничего нет. Ладно, окей. У нас еще там много комнат.
которым может подойти данный ключик. Надо сначала передохнуть. Наверное, в замок лучше сбегать, порчу снять и вернуться. Простите, что уже на вторую серию храм Бая растягиваю, но надо его пройти. Мы его уже почти весь выкосили. Так что совсем немного осталось. Тихо. Можно посмотреть какие-нибудь заклинания. Здесь, правда, у нас только магия тела, духа и разума. Вроде элементальных магазинов я здесь не видел. Кажись, не был. Закат. Чем могу служить? Доброго тебе здоровья. И тебе. Так, ты у нас что? Закрыт. А, СМИ до 4 дня. Так, ну, собственно... А, здесь бутылочки можем купить. Ну, давайте передохнем. Там что-нибудь приглянулось? Или нет? Починить особое. Эльфийская накидка. 385. Потом. Я думаю, мы еще лучше найдем. Так, тело, разум. Гильдия мысли. Мысль. Тело, дух. Давайте в тело зайдем, может там что-нибудь лечебное сможем приобрести. Лечение слабости. Так, у нас лечение слабости, первая помощь, раны и противоядие. Скорость. Тоже неплохо. Защита от яда. Полезно, кстати. Давайте возьмем. Противоядие, ну, у нас есть, лечение слабости есть, защита от яда только что купили, лечение ран есть, противоядие есть, скорость, вот скорость. Ладно, давайте возьмем. Почему бы и нет? Да, да. Так. Вот. Пропустили мы какое-то заклинание. Так, давайте разум зайдем. Разум у нас вообще почти ничего нету. Так, разум, дух. Ну, мысль. Так, снятие страха и медитация у нас. Магия знаний. Точность. Снятие страха, очарование. Враждебные чувства, которые у него могут быть к персонажам. Но если это существо получает какое-либо повреждение, оно немедленно становится враждебным. Продолжительность 3 минуты на очко навыка. Ну, блин, пока не надо. Удар мысли. Давай возьмем. Лечение паралича. У нас вроде нету, да? Но давайте на всякий случай возьмем. Магия знаний. Паралича. Ну, только очарование. Ну ладно, потом это возьмем. Хорошо, хорошо, хорошо. Замечательно. Ну, еще чуть-чуть осталось. Стрела духа, благословление, день удачи.
Все эти заклинания накладывать. Задолбаешься. Стрела духа. Ангел-хранитель. Вступает в соглашение с высшими силами по возрождению ваших персонажей и по возвращению их в последний храм, который вы посетили до их смерти. Цена этой услуги — половина золота, которое имели эти персонажи с собой на момент смерти. Продолжительность этого заклинания — 1 час на очко. Ага. Мужество. На весь отряд. Мужество увеличивает урон, который наносит персонаж при успешном попадании. На 5 очков плюс 1 очко. Классно. Вот мужество я возьму. Благословление. Но это есть у нас. Ангел-хранитель. Но как бы я не собираюсь умирать. Я этого пытался избежать каждый раз. Хорошо. Но, кстати, мужество очень и очень пригодится. Но неплохо. Осталось тебя потом еще покачать в плане магии. Так, давайте в таверну заглянем. Сейчас, ну, не упасть, не разбиться. Закупим еды. О, ну ладно, снимем комнату. Хорошо. Привет, приходите снова. Надо бы реагенты приготовить. А то у нас как-то уже всего дофига, пол инвентаря трав, а мы ничего не делаем. Так, продолжаем наше исследование. Давайте в эту сторону тогда заглянем. Врагов вроде бы здесь не должно быть. Ну, по крайней мере, индикаторы зеленые. Дверь заперта. Дверь тоже заперта. Будем проверять все факелы. Потому что где-то здесь был рычаг, который все открывает. О, ключик. А ты что за ключ? Ключ от склада, ключ от бани. Склад и баня. Что у нас склад, а что у нас баня? Так. О, ты, наверное, склад. Так, и здесь у нас появились скелеты. Ну ладно, с ними мы уже разбирались. Ну здравствуй, послушник. А куда ты побежал? Там еще кто-то остался. Так, и они каждый раз так нападать будут? Так, еда, еда. Здесь ничего нет? Сундук не открывается, что ли? Это вообще сундук? Есть. О. Корону опознать ты не можешь, хорошо. Ключ от бани, еще один.
Так, давай-ка тогда наложим мы защиту от магии земли, а ты от грома наложи. Так, эта дверь у нас заперта. Сюда мы пока пройти не можем. Хорошо. У нас еще там есть комнатки. Так, здесь никаких ключей не спрятано? Собственно, вот и баня. И где-то я слышу скелетов. Есть. Ключ от склада. Так, под доспехи, наверное, у тебя уже места нету. Я не знаю. Так. Где-то появились скелеты. Опа. Я их нашел. Эй, друзья. Так, друзья, не помирайте, мы справимся. Нам еще надо гонг отдать в Нью-Сурпигале. Я ж тебя достану, подонок. Так, немного подлечимся. Где тут поворот направо? А, они тоже тут застряли. Так, и эти бани мы откроем, тоже на нас кто-то нападет. Чувствую, чувствую одним местом. Давайте тогда сохранимся. Немножко отдохнем. Так, ты у нас... Давай мужество наложим. Ого, чародея. Хождение по воде, защита от холода нам не нужна. Ты у нас что можешь наложить? День удачи. Точность. Давай на тебя точность еще наложим. 3 часа, 1 час. Мало, мало, мало пока это все. Работает, к сожалению. Есть. Ключ от сокровищницы. Ага. Ага. Ну, привет. Тридцать. Прекрасно, заклинание работает, кстати. Правда, если попадают. Вот как мы быстро с ними расправились. Там, так, кто-то остался. Сдохни. Ладно, один трупик здесь подберем. Так, и склад.
И там секретная дверь еще остался. За алтарем, где мы брали гонг. Так, защиту от молнии мы тогда на себя не применили. И тебя полечить. Уже появились. Есть. Ключ от секретной двери. Ага. Так, а такие стальные сапоги мысли, интеллект. Так, интеллект тебе пригодится. Я не знаю. Ага. Так, на тебе скорость плюс 8. Давай на тебе. На тебя интеллект повесим. Шлемы у нас у всех хорошие. Я не знаю. Ладно, можем продолжать, в принципе. В принципе. Две еды. Ну все. Куда он сбежал? Есть еще. Кто-то тут крутится. Ничтожество. Готово. Да чтоб тебя. А порчу у нас... Мы порчу снять не можем, да? Пока. Скорость, противоядие, да, от порчи, наверное, ничего нету. Может, слабость? Не. Все, пойдемте наверх. Давайте музыку врубим. Попей водички, может поможет. Так, проверяем факелы. Да, ты у нас скастовать ничего не можешь. Большие коридоры. Пять тысяч золотых. Смотрите-ка, а? Давайте другой балкон проверим. Надо восприятие качать. Оно будет такие места показывать. Я случайно. Так, а факел... Да, факел я не кастовал, кстати. Что-то мы тут идем мимо. И ни один факел не проверили.
Так, здесь проход. Сейчас там проверим. Сундук. Есть. Колокольчик гармонии. Ага. Сила духа плюс 8. Тебе. Ключ от сокровищницы. Ага. Еще есть сокровищница? Сила плюс 3. Сила тебе. Первый полезный ремень. И куча говна, которую надо продать. Ключ от сокровищницы? Еще есть сокровищница? Или я что-то путаю? Если я спрыгну, то мы себе что-нибудь сломаем. Нет, я не хочу туда прыгать. Вот, там еще что-то открылось, или я пропустил? Дверь заперта была? Опа! Ну как-то маловато. Пожертвование получается. Ну вот и все. В Нью-Сорпигаль. Спасибо, ребята, за терпение. Но мы зачистили этот храм полностью. Ограбили его сокровищницы. И выполнили квест. Так, немножко не этот экран. Мы можем докачаться до 13 уровня. 13 уровень. Плюс. Сейчас еще выполним квест, наверное, сможем и до 13-го докачаться. Прекрасно. Два уровня. Ну, три уровня, один квест, грубо говоря, три уровня. Я думаю, можно сразу в Нью-Сорпигаль ехать, если в конюшне это возможно. К тому моменту будет, как мы туда придем. И там же и вылечимся. Снимем порчу. О, смогла все-таки накастовать. Прекрасно. А то без карты чувствуешь себя как слепой котенок. А, конечно, ты работаешь или поздно? Закрыто. Да, поздновато. Закрыто. Закрыто. Че, и таверна? Нет, это там не таверна, простите. Наверное, все-таки тоже не работает. Ладно, теперь нам таверна не нужна. Можем чему-нибудь? Эксперт по стрельбе из лука. Ну, нам никому это не надо.
Может, что интересное будет? Ищите оружие. 5D2. 5D2 плюс 2. Но у нас получше луки. И арбалеты. И не говори, друг мой. Плюс 8. Там получше кольчушка. Плюс 12 и устойчивость к грому. Ну, можно взять. Кожаные доспехи у нас так хорошие, а вот кольчушку я бы взял. Кстати, забыл то, что нам сейчас надо все продать. То, что у нас тут завалялось. Я не знаю. О, книга заклинаний. Две подковы. Я не знаю. Так, кольца его не интересуют. Я не знаю. Заходи. Что у нас еще неопознанно было? Вред, книга заклинаний. Так, оружие. Кольцо ты определить не можешь. Изысканное кольцо. Амулет тоже фигня. Я не знаю. Так, корону ты опознать не можешь тоже. Окей. Я не знаю. Ладно, это можно все воину отдать. Я не знаю. Я не знаю. Жезлы, в принципе, тоже. Пламени. Звездопад, око чародея, пламенная стрела. Письмо от принца воров. Ну, это, в принципе, можно продать. Свет факела у нас есть. Так. Я не знаю. Жезл, давай жезл тебе опознаем. Жезл пламени и жезл пламени. Лечение паралича. Свет факел. Паралича ставим. Так, секира 3D5. 3D7. А, 3D7. Но все равно продадим. Я не знаю. Блин. Копание в инвентаре. Так, давайте к оружейнику сбежим. Кому бы тебя... Ладно, будем прокачиваться. Используем. Руками не трогай. До свидания. До свидания. Ищите оружие. Хорошо. Заходи сюда. Так, сюда же. Сил дух 8. Сюда же кости, я думаю, может их тоже выкинуть. Нафиг. Как выкинуть? Ладно, мы еще посмотрим, как это можно выкинуть. Я не помню, к сожалению. Все на продажу. Колокольчик, так, гонг. Тебе квестовые предметы. Так, я это все опознано, кроме вот этого. Надо бы свитками пользоваться. Кодекс дозора гоблинов. Бег мертвецов. Полезно. Ага. Медитация.
Вроде бы все. Оружие. Заходи снова. Руками не трогать. Заходи еще. 32 тысячи. Прекрасно. Извините, в другой день. Так. Где мои записи? Из замка Iron Fist в конюшню в Нью-Серпигаль мы можем попасть в понедельник, среда, пятница. Здесь есть? Пятница. Собираетесь в путь? Нью-Серпигаль. Закрыто. С 10 утра. Мне нужна твоя помощь. Превосходно. Вот ваше золото. У меня не хватает слов признательности за то, что вы разрушили этот храм. Теперь дорога в Iron Fist снова станет безопасной. Теперь намного безопаснее благодаря тебе. Мы очень тебе признательны. Охотники с головами. Праздники. Я бы, конечно, мог воспользоваться праздником. Сколько клерков вы знаете, которые работают каждый день в году? Чтоба покинул этот старый храм так быстро, что у них не было времени забрать с собой все, и это все еще должно быть там. Если вы достаточно храбры, чтобы отправиться на поиски, но на пути много мерзких монстров, так что будьте осторожны, если отправитесь туда к гильдии тени. Но вот осталось только гильдию тени подставить. А гильдия тени у них в драгунах вроде. Где-то какой-то список мы должны добыть. Так. Храм. Кстати, у нас есть хождение по воде. Можем изучить локации рядом. Тренироваться. Тренироваться и элементальная магия. Элементальная же, да? Да. Нет, мне заклинание купить, пожалуйста. Защита от магии. Есть у нас. От огня. От огня вроде бы у тебя нету. Да, защита от огня у тебя нету. Магия огня, воздуха, воды и земли. Так, магия, поток холода, защита от холода. Шок. Поток холода, защита от холода у нас есть. Магия огня, воздуха, воды и земли. Стрела пламени, поток холода, шок, шок. А шок это что у нас? Магия земли, ну шок у нас есть. Да. Хорошо, у нас есть защита от магии огня. Давайте исследуем территории, которые у нас здесь еще не открыты. Блин, классно было бы еще полет найти. О, гоблины возродились. Они разве тут каждые 2 года же возрождаются? По-моему. Кстати, дай прокачаться, я совсем забываю, что здесь нужно тренировочную площадку посетить обязательно для этого. Блин, они же каждые 2 года вроде воскрешаются, они... Или каждые 1/2 года. А хрен их знает. Ладно, но с ними мы теперь очень быстро и легко расправимся, так что не беда, не проблема. Так, вот тренировочная площадка. Привычный всем знак. Всех героев полигон Нью-Серпигаля. Хочешь попрактиковаться? Безнадёжно. Хорошо. 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 Еще 2000, 4000. Так. 14. Давайте как раз ровно туда и пойдем. Так, хождение по воде, сколько у нас будет работать? 10 минут на очко навыка. 45 минут? Ну, 40 минут.
дубинку брать не будем. Так, здесь мы спокойно перепрыгнем. Вон там враги активизировались. Можем теперь добрести до вулкана. Кстати, может хождение по воде пока тебе на эту клавишу завиндить. Да, тут бы полет не помешал. Карабкаться по таким стенам мы будем очень долго, но возможно. Хождение по воде 28 минут. Нет, мало. К сожалению, очень и очень мало. В принципе, мы можем вот так вот забраться. Давайте, друзья. Вы сможете. Едь. Опа. Только я не думаю, что я тут смогу выбраться потом. Потихоньку мы отсюда выберемся. Все, мы выбрались. Замечательно. Как я и говорил, здесь можно залезть на любую гору, но это занимает много времени. Так, здесь вроде бы больше ничего интересного нету. Хорошо. Так. Там у нас вроде бы что-то интересное должно быть. Домик. Так, давайте музыку все-таки. Запустим. Опаньки. Опаньки, опаньки. Так, ну я надеюсь, сейчас мы с ними справимся. Так. Каменная кожа, а где у нас? Ага. Так, давай-ка тебе мы удар огня поставим. Или вы же огнем пуляетесь, друзья. Давай-ка поставим поток холода. Ну, получше, наверное. Так, еще можно, конечно, наложить на нас новоприобретенную защиту от огня.
дрянные маги. Они прям так лезут в ближний бой. Мана, но закончилась. И монстры закончились. Так, отойдем немножко подальше. Фу, ну этот бой мы пережили. Так, не так, клавиши немножко. Так, а что благословление дает? Тоже неплохо. Трава. Так, давай-ка тебе опять вернем такую магию. Куда пошел? Готов. Я случайно. Ух, там еще немного осталось. А, блин, я это уже кастовал. Хорошо, благословление. Окчардея, защита, свет факела. Мужество, благословление. День удачи на всех не кастуется? Жаль. Точность тоже на всех не кастуется, к сожалению. Вряд. И скорость тоже на всех не кастуется. Ладно. Давайте попробуем с этой стороны зайти. Там монстриков поменьше у нас. Как раз гоблины виднеются только.
У них сопротивления к огню нету, как я понимаю, да? А я до этого пытался их водой. Ну ладно. Может, еще уровень получится накопить? На этих гоблинов. Да нифига не слишком просто. Так, там походу алтарь у нас. Готов. Так, теперь маги. Да будет музыка. Давай, дружище. Они нас с другой стороны обходят, как я понимаю. Нет. Готов. Так, уровни-то мы подняли, но мы не прокачали ничего. Ладно, это на следующую серию оставим. Сейчас исследуем данный островок. А, это дом, не алтарь. Кузница Гарика. Не, сюда нам еще точно рановато. Кузницу Гарика нам очень рано. Так, давайте-ка сохранимся. Все, больше не срабатывает. Определенно монстры и заклинания могут превратить тело в пепел, что затрудняет попытки поднять мертвого. Знахари называют это уничтожением, только специальный храм и заклинания могут восстановить после уничтожения. Знахарка. Подробнее. Излечивает весь урон участников отряда раз в день. Не. Не надо. Есть. Опа. Топор гнолу. Да, палец убрать не будем. Все, больше тут ничего нету. 4d2 плюс 8. Давай-ка вот так. Добрый день.
ученый. Существует три растения, которые можно использовать для изготовления трех основных снадобий. Это маковый хруст, корень бузины, может маковый куст. Волчьи ягоды. Для получения снадобья просто смешайте растолченные цветки, корни или ягоды с водой в соответствующем количестве. Вступить. Что ты даешь? Неограниченное определение типа предметов и дополнительные 5% к любому полученному опыту. 5% золота. Нет, пока. Остерегайтесь плыть на острова прямо у северного побережья. В водах там водятся опасные монстры, да и сами острова также не слишком дружны. Ну, спасибо за предупреждение. Противоядие. Так. Да, кольца ты не знаешь. Продать. Все, забираем трупы и можем плыть на другой островок. Вот тут еще осталось чуть-чуть исследовать. Кстати, можем в бухту контрабандистов направиться. Сейчас, кстати, август, 8 августа. Нам надо на болото, чтобы принца найти и вернуть его в замок Аранфист. 8 августа. Так. Да, гоблины все резнулись. Ну и фиг с ними. Вот так. Вот от шептания «иди к нам». Зачем его разработчики сделали, интересно? Вот так. Ладно, пойдемте отсюда. Я их могу вечно выкашивать. Здравствуй. Эксперт. Эксперты и мастера искусства владения древним оружием. Но это нам понадобится, но не сейчас. Подбирай ты травку, друг мой. Там тоже толпа магов и гоблинов. Так. Так, оббафались, можно теперь и на гоблинов сходить. Что-то их там много? Очень много. И они все нам не рады. Yeah.
Так, я надеюсь, у меня все-таки получится их всех перебить. Пока получается. Что тут простенький ИИ, который нас не может окружить. Здравствуйте. Так, мага подлечить. Подлечить мага. Ну, собственно, вот и все. И чё вы сюда приперлись? Скажите мне. А вот тут алтарь уже. Вы молитесь Тарако. Так, не нравятся мне уже котелки на таких островах. Хм. Ну, хотя бы он просто еды дал. Есть. Кинжал теней. Фигня. Добрый день. Искусство магии воды, эксперты, мастера. Вы уже эксперт этого навыка. Что у нас еще осталось? Ну, тут маленький кусочек. Наверное, ничего интересного. Хотя, может быть, там что-то наверху, но туда я пока не залезу. Возвращаемся. И займемся алхимией. Блин, я забыл, что они же все резнулись. Зато травка тоже резнулась. Сейчас мы их замочим и вернемся в город. Последнее. Да что там, дерево что ли мешается? Прекрасно. Вы нашли траву. Да, блин, там еще маги.
Так, а ты чего нам предложишь? Здравствуй. Карты, совет. Ничего ты нам нормального не предложишь. Ага. Есть. А-а-а. Так, деньги лишними не бывают. Есть. Я не знаю. А-а-а. Так, мы вообще куда забрели? А, ладно, пойдемте через пристань. Нафиг их. Так, мана у нас закончилась же, да? 42 тысячи у нас уже денег. Ну вот, нафиг. Отстаньте от меня, люди добрые. А мне надо будет сейчас подумать, как нам все-таки в болото попасть по-быстрому и в августе желательно. Ну а на сегодня, я думаю, мы закончим прохождение. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Спасибо за просмотр.